Где-то во Владивостоке уже 7 утра. Да, во Владивостоке вот 7 утра уже. 500-400, поздравляю. Вон, Андрей Вячеславович пишет, у меня 6 часов. В ТикТоке не балуешься? Буду в ТикТок записывать видосы. Мне, я говорю, блин, мне надо в себя прийти. Я никак не могу в себя прийти с ивентами совсем. Что бы ты выбрали? Льва или Супер Перша? Что-то другое. Как раз скидки 15%. Я записывала видос, Шварц, по поводу премиализации постоянной. Сейчас она по очень выгодным ценам. Я, наверное, могла бы посоветовать вообще изначально премиализировать какого-нибудь Эмиля первого навсегда. Где-то 4000 голды это будет стоить. Я сегодня, возможно, как раз таки это сделаю. Гусеницы, понимаю. Так что как-то так. А вообще, если выбирать между львом и суперпершом, наверное, я бы все-таки выбрала бы льва. Не знаю, может, суперперша. У меня оба танка есть, я от них обоих не фанатею, но они хорошие. По фарму они лучшие. Просто. Танкую от ИСа. Танкую просто от ИСа. Чунул дэму зарикошетила. Черкошетила. Добей его, пожалуйста. Или прими. Эта песня стала с тобой ассоциироваться. Прикольно. 7 часов. А у меня... А, 7, у меня 23 часа. Ну, блин, широка страна моя родная. Нас вообще со всего мира смотрят. Ну, танкани, давай, камон. Молодец. Могёт же, если захотите. Вектус, по-моему, что-то не хочет, да, сюда выезжать. Не спешит, по крайней мере. Ой, я сейчас делаю очень опасную штуку. Нереально. Сколько мне еще? Ну, блин, он быстрее меня откадашится. Да ты угораешь, зачем ты умер? Куда ты меня толкаешь? Господи, капец. У меня не было мастера на Йохо-Хоськи. Теперь будет мастер на Йохо-Хосеньки.
Хороший боёк был, 1627 чистого опыта, 5300 на стрим, неплохо. Короче, лайк за мастероз, подписка на канал. Стример на йо-хо-хо-хо-хосики мастера взял. Ай, боже мой. Классный, классный, классный. Блин, не знаю, мне он нравится. Приятный тунчус.